Начало зимы для белорусских гиревиков было ознаменовано республиканскими соревнованиями, которые принимала Минста 2 по 4 декабря. И очень приятно отметить победу в упражнении «Рывок весит до 70 килограммов» Мазыренке Галины Щербаковой. Она выполнила 85 повторов с гиревесом 16 килограммов. Подготовка была в этот раз непростой. За пару недель до соревнований я получила травму плеча. Также сезонная простуда. И это сильно повлияло на мою подготовку. Совместно с моим тренером Сергеем Александровичем Дорожко было принято решение не участвовать в толчке, а сделать акцент на рывок. Выполнить то, что планировалось, не удалось, к сожалению. Это только разодаривает, если честно. Разодоривает. Следующие соревнования будут по длинному циклу. На длинный цикл у меня большие планы и надежды, потому что это является моим любимым упражнением. Победа Галины Михайловны – это победа ее родного предприятия, честь которого воспитанница тренера Сергей Саныча Дорожка защищает достойно. Напомню, что я работаю на Музырском НПЗ в 12-м цеху, и я всегда помню о том, что я представляю в том числе и свое предприятие. Нет сомнений, что Галина Михайловна Щербакова после небольшого отдыха подготовится к новому сезону и уже в 2023 году одна из сильнейших спортсменок Мозорского нефтепрорабатывающего завода выполнит норматив мастер спорта Республики Беларусь по гиревому спорту.